Ты тут? Mm-hmm. Раттенфельд это место называется. У меня по-прежнему не открывается телефон. Я тебя не вижу. Потому что я в стелсе. А, во, смотри, заспавнился квадроцикл. Теперь интересный вопрос, сможешь ли ты на него забраться? Что его колбасит? Я нет, не могу. Что его так трясет-то? А ты можешь? А ты можешь, да. А ну едь. Еще одно покупай, Белс. Так, хорошо, ладно. Ну, почините мне. Уйди, бугу. В смысле? Ну, потому что самка оленя вот так разговаривает. Так там косули, самец. В этом лесу водятся кошки. Отозвалась такая. Застроить надо опять какую-то быню. Подожди, я могу плавать? Тут такая речка, прям хоть в игре на природу сходить. Давай, я снимаю. В том видео. Поехали дальше. Тут как-то беспонтово все. Надо найти следы пребывания здесь не только оленя, кого-нибудь реально крупного, вкусного. Я назвал сегодня анонс стрима «Дикая охота», и пришли люди такие: «А где ведьмак?» О, да. Фу, дождь такой пошел, жирный, слизняк. Прям как у меня за окном, боже, как там противно. О, так, я наш... Вон... Я кого-то вижу. Я вон... О, олень бежит. Стой, сука, вон он, вон он. Почему он меня не лижет? Он меня постоянно лижет, а тут... О. А олень метров 200. Выходит в лес. Тося. Тося, иди сюда. На самом деле, вот кого я люблю. Прикольно. Я их слышу спереди. Это я. Вон он наверху! На камне прям! Тихо! Стой! 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 Лови, лови его! Сука-то встань! Я ему в очко засадил! Давай, давай, лови его! О, я сфоткать могу. И сфоткал тебя. А на какую кнопку ты фоткаешь мне? Я нашел, достал телефон. И я мог еще фоткать и без этого. Во. Займи героическую позу. Во. Теперь бы посмотреть, где эти фоточки вообще хранятся. Ну, в Стиме в этом самом. Вот так вот. Дебилы на отдыхе. А ну дай посмотреть. Ого, такой ветер. Смотри. Офигеть. Я в шоке. А если вот так делать, смотри. Дуди ты, смотри. О, графон. Это тебе не Крайзис. Да. Тут все посерьезнее. Давай всю траву примнем. Наверняка ачивмент дает. Надо найти птицу, мы продадим. Я представляю, Бигфут из леса такой. Убегает. Внезапно. Опа. Не знаю, не могу найти. Ладно. Забей. Я не знаю, консервы есть, все нормально. По дороге охотятся? В смысле, по дороге-то кто-то будет бегать. Надо в глушь идти, в лес. Я пробовал копченого окуня. Все олени там. Жалко, что мне сейчас пить нечего. Жалко, что кола в зале. Да, Даша? Что-то смешно. А у тебя пиво со вчерашнего дня осталось? Да. Здорово тебе. Гордишься собой? Да. И животное вас увидело, двигайтесь медленнее. Какое животное? Где ты, тварь? Сука. Он затаился. Попал, по-любому попал. Давай, я прикрываю сейчас. Слушай, а я что, бессмертный? Я ему в голову попал.
У меня зрители видели, тверняк был. Может, его разнесло к херам? Ну, патрон, калибр такой. Бежит! Вон там бегал. К тебе бежал, в твою сторону. Что ты делаешь? Посмотрите на него щат. Смотри, смотри. Смотри, Тёма, смотри, как это выглядит. И теперь смотри. Ты видел? Да, да, да. Сука. Посмотри вниз еще. Вот. И вставай теперь. Не могу. Они чуть не напали на тебя, сука. Я не рассыпную. Один пошел туда на запад, один пошел на юг. Вот это был точный выстрел. По нему. Он мертв. Блин. Лежит, тварь. Тварь. Сегодня крольчатина на ужин. Осталось найти это тело. Я так птицу потерял. Несовершаемых, неповторяемых ошибок. Кролик. Маленькая мертвая тварь. Иди сюда, посмотришь на него. Лежит такой. Я любуюсь. Вот, вот приляг рядом, типа ты, короче, его поймал так. Что ты? Ты убери... Не могу. Ух, ты, у меня ощущение, что ты его, короче, руками обхватил такой, собираешься вцепиться в него зубами. Давай теперь меня сфоткай. А я с фотоаппаратом или... Не-не. Че ты лег-то на него сверху? О. Да ты лег прям на него. Во, фоткай. Типа поймал кролика. Да, 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 поймал. Есть. Че у тебя брови блондинистые? Фу. Противный. Ужас. Так, полдороги назад сделали. Жалко его забрать нельзя. Ну, просто так убили, получается, кролика. Даже пожрать не дадут. 60-71. Да вы охерели, что ли? Что там происходит? Патроны кончились. Иди ко мне. Я на ходу бешено несся. О, это надо клип тебе показывать, короче, просто. Зато оленя добыл. Молодец. Нахера мне этот олень? Медведи где? Пока вы гоняетесь за одним медведем, другие везут ваши квадрики на запчасти разбирать, это приманка. Да, походу. Мне кажется, это вообще нихера не медведь. Просто мужик бегает в костюме. И с этим, с магнитофоном. И издает звук вот этот вот. Где ты? Миша. Манок, манок используй. На медведя, интересно, манок действует? Я думаю, за 169 рублей. Туман этот сраный, я ничего не вижу. Да-да-да. Подожди, подожди, подожди. Он там спрятан. Я его не вижу там. Он, короче, он тут был только что. Пока я менял. Вижу его. Попал. Попал. Попал! Я не вижу это говно. Куда я смотрю? Вдалеке. Вижу, 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 вижу. Ого, он чеманул. В камыши куда-то. Все, не уйдет, пошли, ловим. Вот и все, вот ты и добегался, псина. Я ему первым выстрелом хорошо очень попал. Легкое пробил желудок, мягкие ткани. А вот ты ему прошиб таз, кишечник, крестец, копчик. Вот он, и, чтоб не срал больше. Желудок порвали, кишки порвали. Прощай, медведь. Да. Он, честно, нет. Так, отлично, поехали. Ты на С можешь вид менять, если что. А здесь есть лебедка, чтобы вы... Этот... Ой, да поехали. Куда едем? Да похер, по дороге едь, куда-нибудь заедем. Не-не-не, налево. Ты сломался? Не-не, нормально. Вот, что это? О, белка, стой!
по-моему, я переехал. Не, вон она, вон она. Убор. Ты чё, умерла, что ли, белка? Она обиделась, по-моему. Глаз попал. В очко скорее. Я хочу такую штуку в кубок. Да, да, было бы круто. А бензин кончается? Нет. Прикольная игра, мне нравится. Чё, куда едем? Да едь по дороге, по карте посматривай. Подожди, да сфоткай. Ты уже взлетел нахер! Что мы... Что Да-да-да, подождите секунду. Это потому что я... Мне сейчас нужно в оконный режим попасть обратно. Сейчас... Что с моим... У меня колесо сломалось, все нормально, да? Присмотримся. Я чё-то... Вдалеке вон там, кстати, слышно... Брачный зов! О, тихо-тихо-тихо, косуля, брачный зов. Пойдем. Милый! Милый! Мое тело готово! Все, присядь, пусть сам придет на нас. Ветер почти на него, правда, дует. От нас. Ну что, типа как раз по звуку. К нему звук донесет. Я так хотела. Землю как страус. Лексампа. Я не видел. О, я вижу воду под текстурами. Используйте. Ой, я тоже вижу. Страшно, вдруг упаду. Я вижу оленей! Я вижу оленей, они спереди! Я их под текстурами вижу! Да, прямо по курсу! Денежная награда. Ясно. Какой след изучать? Вы не можете собрать трофей. Куда я ему попал? Выйти. Я не могу выйти из него. Хотел посмотреть и выйти. Да выйди ты из него. Короче, две пули. Одна в башку, две в сраку. Но это я, типа... Старался. Открыто новое снаряжение. Пуля 243 с полимерным подкрытием. Подкрытием. Я не могу выйти из оленя. Короче, все, я забираю. Забрал оленя. Здесь живет какая-то Брунгильда. И с ней живет Ханс. Они выходят каждое утро на это крыльцо. Он им говорит: Брунгильда, иди подобывай молоко. Подай коров. Она такая: я, Ганс, я. Такая идет сюда. Короче, доит коров, потом развешивает полотенце вот здесь, и потом они живут здесь долго, ты сейчас сидишь, ты долго и счастлив. Я считаю, что это идеальная жизнь. А коровы живут вот в этом доме, а тут у них печка, вон дрова, а тут, короче, лежаки такие. Я считаю, это идиллия. Типичная немецкая идиллия. Хорошо.